А в эту сторону я считаю, что правильное решение, потому что нельзя давать своих детей на растление, так сказать, за границу. Я вообще считаю, что за границу нельзя отправлять своих детей. У меня был тоже соблазн в свое время отправить ребенка учиться за границу. Уже там начинаются вот эта вот аморальщина, уже там человека сбивают с его курса, и мы в ответ получаем каких-то овощей, наделенных некой информацией, но которые абсолютно не патриоты. Естественно, они могут любить свою родину, потому что они воспитываются там. Это вообще делать нельзя. И образование там получать, и усыновлять-то туда плохо. А уж что говорить, что в какие-то ненормальные, так сказать, общины. Поэтому, конечно, мы должны в рамках, так как мы еще от цитадель, так сказать, православного христианства, мы все-таки должны соблюдать некие традиции, придерживаться, пока еще у нас есть на это силы.